вас попросил, чтобы вы написали официальное обращение на имя нашего руководства. Данный вопрос будет рассмотрен. Ну, а ту часть в любом случае мы будем демонтировать, которая подпадает именно под реконструкции. Вот эту часть... вот та же часть не мешает никому. Ну, данный вопрос будет рассмотрен. Ну, по поручению нашего мэра, на сегодняшний день целях, разгрузки, целях решения вопроса по пробкам, да, планируется пробивка новой дороги, в связи с чем на основании вот этого поручения нами было направлено письмо в департамент по управлению местным имуществом о рассмотрении вопроса по расторжению договоров. На сегодняшний день на данном участке общая площадью 327 квадратных метров расположено около 108 гаражей. Как вы видите, на сегодняшний день уже до этого времени мы уведомляли о том, что добровольно демонтировали свои гаражи, но, к сожалению, вот эти требования были проигнорированы, в связи с чем на сегодняшний день уже мы уже со спецтехникой зашли вниз и начали работу по демонтажу данных гаражей. В результате мы освободим около 400 квадратных метров. Вот эти гаражи, они были в аренде, да? Да, они были в аренде. На сегодняшний день с ними договорные отношения были аннулированы, после чего мы уже приступили к процедуре своим. А кто именно? Гаражный кооператив 27. А то есть они не выступали? Не, ну, не выступают. Как правило, когда мы проводим такую работу, да, бывает, что препятствует, но мы буквально только что провели беседу с арендаторами, да, что некоторые арендаторы обязуются, вот, пишут гарантийные письма о том, чтобы сами демонтировали, да, вот, в принципе, вот, сейчас работа проводится. Что вы можете сказать по поводу сноса гаражей? Ну, неожиданно, конечно. Как бы ничего не предвещало. Вот, я так понимаю, дорогу хотят строить. Вот, ну, постройка этой дороги, я думаю, не решит никаких проблем вот этих наших транспортных. Вот, а плюс еще у нас, мы как жители ближайших домов, вот этот водозабор, мы тоже с него получаем воду. Вот, водозабор — это тоже все-таки охраняемый стратегический объект, как бы, ну, по правилам тут нельзя ничего строить. Мэрии говорят, что не используются они по назначению. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, скорее всего, есть такие гаражи. Ну, у меня лично машина, могу вот показать. Угу. У меня машина стоит, барахла никакого, так сказать, нету. Угу. То есть вы против строительства дороги? Да? Не то, что против строительства самой дороги, сколько она нарушает вот этой территорию водозабора. Угу. Там и так уже видели, сдвинули забор. Угу. Вот. Там скважины, они действующие. Угу. Ты их никак, трубы не перенесешь куда-то, там не спрячешь, оттуда вода добывается. Причем не только в наши дома, а еще часть города еще получает. Угу. А если какая-то авария случится, например, там грузовик каким-нибудь, не знаю, опасными веществами перевернется, там, это все в землю пойдет. Угу. И все это пойдет в наши дома. А вы будете обращаться? Или вы коллективно будете писать и обращаться? Ну, естественно, коллективно. Угу. Ну, все-таки как бы. Кооператив, кооператив, значит, коллектив. А уведомления вы ранее получали, да, от мэрии? Ну, они на каждый гараж расклеили, собираются. Mm-hmm.